Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Бхагаватам, Арилила, 3 глава, внешние причины явления Шичитани, текст 77. Сангиртана Правартака Шри Кришна Чайтанья Сангиртана Яге Танре Баджа Сейданья. Господь Шри Чайтанья, Господь Шри Кришна Чайтанья положил начало Сангиртане, совместному пению святых имен Господа. Велика удача того, кто поклоняется Ему, принимая участие в этой яге. Сейта сумеда ара кубади сансара сарва ягья хайте Кришна нама яджна сара. Такой человек по-настоящему разумен и не пример тем, кто из-за невежества вынужден продолжать страдать в круговороте рождения и смерти. Пение святого имени Господа – самое возвышенное из всех жертвоприношений. Комментарий о Божественной милости Шрилы Прабхупады. Господь Шри Чайтанья Махапрабху – отец, основатель движения Сангиртаны. Те, кто поклоняется Ему, жертвуя жизнь, деньги, разум и дар речи этому движению, заслужат признание Господа и Его благословения. Остальных же можно назвать глупцами, которые не понимают, что среди всех жертв такая жертва во имя движения Сангиртаны является наилучшим применением человеческих сил. Текст 79. Шкоти ашва меда эга Кришна нама сама эй кахи се пашанди дандитари яма. Говорит, что имя Господа Кришны приносит такое же благо, как 10 миллионов жертвоприношений Ашвамедхи богохульства. Такого безбожника непременно постигнет кара Ямараджа. Комментарий. Из 10 оскорблений, которые можно нанести святому имени Господа в процессе повторения мантры Харе Кришна, 8 является Дарма Врата Тьяга Кудати Сарва Шубха Крия Самья Ати Прамадах. Никто не должен приравнивать повторение святого имени Верховной Личности Бога благочестивым поступкам, таким как раздача милостыни браманам и святым, открытие благотворительных школ, раздача пищи и прочее. Материальные плоды благотворительности не идут никакое сравнение с тем великим благом, которое обретает человек, повторяющий святое имя Кришны. В ведических писаниях по этому поводу сказано: 10 миллионов коров, розданы во время солнечного затмения, миллионы лет прожиты у слияния Ганги и Ямуны, или горы золота, пожертвованные браманом, не дают и сотой доли того блага, которое приносит человеку повторение Харе Кришна. Иными словами, тот, кто считает повторение святого имени одним из видов благочестивой деятельности, пребывает в глубоком заблуждении. Разумеется, это тоже благочестивая деятельность, но суть в том, что Кришна и его имя абсолютно духовные и намного превосходят любое мирское благочестие. Благочестивая деятельность находится на материальном уровне, да, как повторение святого имени Кришны полностью духовно. Поэтому, вопреки представлениям Пашанди, никакие благочестивые дела не идут ни в какое сравнение с повторением святого имени. Текст 80. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы живем в очень удивительную эпоху. Эпоха Кали в шастрах сказана самая неблагоприятная. И мы, конечно, сами этого не можем ощутить для сравнения, поскольку мы ограничены этой жизнью в своем мировосприятии. Но если смотреть через призму шастр, то становится понятным, что в другие эпохи люди не затрачивали так много жизненной энергии на то, чтобы поддерживать себя. В Кали-югу у людей эта жизненная энергия просто отнимается. И становится все очень сложным. Если в предыдущие эпохи людям очень легко давалось
выращивание зерна или поддержание коров. Например, во Вриндаване у жителей были сотни тысяч коров. Сейчас вот те, кто держит коров, они знают, что одна корова – это очень тяжело. В Бхагаватам говорится, что в эпоху Кали люди лишаются хорошего здоровья, памяти. Они становятся инертными, они становятся где-то даже ленивыми. И у них короткая память. Все как-то ломается в жизни. Такого влияния эпохи Кали. И в шастрах многие мудрецы говорят, что очень сожалеем тех живых существ, которым приходится принять рождение в Кали. Многие мудрецы, которые живут в предыдущей эпохе, стараются совершить максимум аскез для того, чтобы не рождаться на земле. Ни в коем случае не затронуть существование в эпоху Кали. Один из царей, который жил в предыдущей эпохе, оказалось, что он проспал долгое время и проснулся. И когда он вышел из пещеры, он увидел, что все стало очень маленьким. Деревья, люди. И он понял, что приближается Кали-юга. В Кали-югу, помимо того, что сама атмосфера неблагоприятна, в том числе социальные, политические, экономические отношения давят на людей. И поэтому люди отдают так много сил для того, чтобы выжить в эпоху Кали. Говорится, что эпоха Кали, тем не менее, дает возможность человеку обрести высшее совершенство в жизни. Итак, это благословение мудрецов связано с тем, что те, кто смотрит через призму шастры, способны были увидеть, даже глядя на тысячи лет вперед, увидеть явление Верховной Личности Бога на эту планету. Именно в эпоху Кали. Здесь в комментариях читания Чаритамриты Шрила Прабхупада ссылается на беседу, которая происходила во дворце Махараджи Ними миллионы лет назад. К нему пришли мудрецы, и один из девяти мудрецов Карамбаджана, отвечая на вопросы царя, сказал: знаешь, в эпоху Кали явится Верховный Господь. И благодаря ему все люди получат возможность, несмотря на эти отвратительные условия жизни, полное отсутствие к таковой религиозности, где получат возможность обрести сознание Кришны и вернуться в духовный мир, вернуться в царство Бога. Это очень удивило Махараджу Ними. Он просил мудреца рассказать, что же это будет за воплощение Бога. Тем более, что всегда возникает двойственность. В шастрах говорится, возникает противоречие, в шастрах говорится о том, что Господа называют три юга. Он является только в три эпохи. Но тем не менее, сам Кришна Бхагавадгите говорит: самбавами юга юга. Я прихожу в этот мир в каждую эпоху. Юга юга, значит, в каждую эпоху. Но шастры называют его три юга. То есть он приходит только в сакья, трета и двапара юга. И более, и поскольку в Кали-югу практически не существует основы для того, чтобы приходил Господь. Если в Двапара-югу люди изучают шастры и не следуют шастрам, то в Кали-югу люди не изучают шастры. Знаете, вот как мы. Если мы собираемся, мы читаем Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Но в Индии очередь из обыкновенных людей читает Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам. Люди в основном черпают свои представления о Боге, о Кришне из каких-то художественных новелл и телесериалов. И поэтому в Индии очень распространено представление о том, что Кришна – это обыкновенный человек. Вот мы читаем, потому что Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, что очень разумные люди считают меня обыкновенным человеком. Да? На самом деле это в Индии, это повсеместно.
Нам рассказывала одна учительница. Говорит, это повсеместно. И множество книг, книжные магазины просто забиты литературой, где Кришна описан суперменом, гениальным политиком, силачом, там, овладевшим всеми боевыми искусствами и мистическими силами, просто благодаря аскезе. И такое, ну, такое описание Кришны вызывает у людей желание, понимание, что я тоже могу таким стать. Я могу иметь еще много женщин, жен. Я также много людей начинают подражать Кришне. Это признак того, что люди не читают Бхагавад-гиту вообще. И как результат этого, то, что сейчас представление о религии очень примитивно у людей. Поэтому даже в Индии сейчас 40% населения принимает ислам. Мы туда, знаете, на Индию смотрим. А Индия смотрит совсем другую сторону. 40%. Это очень большое число людей. Потому что люди ищут более примитивного подхода к знаниям. Зачем что-либо изучать? Физические преемственности. Шрила Прабхупада пишет, это путь, который ведет царство служения Радхи и Кришне. И если обыкновенные люди, находящиеся в настроении кармаканды, всегда обращаются к Господу с тем, чтобы Он дал им материальное благополучие, чтобы Он сделал их значимым в глазах других людей и всего общества, мы видим, как ачарьи, которые являются непосредственно близостью к Шачтане Махапрабху, всегда молятся о том, чтобы оставаться кроткими и смиренными слугами Господа. Поэтому, если мы сможем молиться, чтобы оставаться последователями наших ачарий, и постараемся понять, что участвуя в миссии Санкиртаны и распространения книг, мы этим доказываем Шримати Радхарани свою верность ее желаниям, то мы непременно обретем трансцендентную милость Радхи и Кришны. Шри Гауранга Махапрабху ки джай! Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya, Bhutale, Srimate Bhakti Devaya, Swami Nityananda. Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya, Bhutale, Olavani Prasanari. I got a high five.